красивая, вот. Хотя бы не дерить больше. Согласна. Как дети, все хорошо, слава богу. Никто не болеет, все хорошо. Что не можешь сейчас в эфир выйти? А, Никиту с Сашей, ему это не понравится. Скажет, ты что? Очень красивое кольцо, спасибо. Привет с Мордовии, приветик. Вы с Сашей вместе? Да. Как у вас, Саша? И тут, фу, все хорошо. Все, он подарил мне цветочки и колечко. Ахаха, ну ладно. Я сегодня с Юлей хотела в прямой эфир войти, но такая погода, неохота никуда идти. Глаза, спасибо. Завтра, кстати, женское голосование. Белый. Да. Красиво смотрите, что у вас все хорошо, класс. Привет из Минска. Да я знаю, передай Саше привет от меня. Хорошо, какие новости с поляны. Сегодня, кстати, очень крутой эфир был. Очень красивое кольцо, спасибо. Да видно, что счастливы сегодня, да. Да. А, на поляне сегодня много было интересного. Хочу, чтобы вы весь эфир посмотрели. А, вечерний. Но это будет через недельку. Я рада, что вы помирились с Сашей. Я тоже. Походу, завтра Миланка уйдет. И, честно, я бы не хотела. Но если объективно смотреть, то да. Но я против Миланы голосовать не собираюсь. Кого буду знать завтра? Завтра будем решать. Но из девчонок, если смотреть, то Миланка. Но есть еще... возможность рокировки, так как у нас очень мало девчонок, да, и много мальчиков. Еще в понедельник мужской приход. Может, на рокировку согласятся. Так, как там Крис с Ваней? У них тоже все хорошо. Ульяна, вы очень красивая девушка. Мама троих детишек. Выглядит шикарно. Мотиватор для мамочек. Спасибо вам, Крис. Как Лёша и Аня помирились. Все хорошо. Конечно, Лёшу провоцируют, чтобы он раздражался, чтобы вывести их на конфликт какой-то. Но ребят пока вместе не ведутся на провокацию. Это очень круто. Если рокировка, кого-то выгонять будете. Сегодня разговаривали насчет Антона и Грегора, но Антона навряд ли. Вот, скорее Грегора, если только. Но Грегор тоже на проекте мало находится и вроде неплохой пацан. Если честно, завтра тяжелый выбор будет. Может, как-то все облегчится. Это классно, когда у вас у парочки все хорошо, пусть новенький уже движух наведут, а вы все отдыхаете, это точно. Что будет рокировка? Ну, возможно. Милана поднимает этот вопрос. Влад. Влад в отъезде. Это очень красиво. Спасибо большое. Вы с Сашей вместе? Да. Саш. Чего? Че, иди со мной. Че? Иди со мной, ближе. Да я не буду, я ребенка мою. Как вы думаете? Уже помою. Пусть я. Копать. Иди сюда, иди ко мне, индейки. Сегодня у нас дети очень поздно ложатся, чтобы завтра все целуйте и спать. Так, давай целуйте. Давай, иди, выкрываться. Давай. Фигол. Ну все, она меня поцеловала. Она целует. Как думаете, Алексей серьезно настроен по отношению к Ане? Ну, в завтра принципе, да. Влада выгоните. Ну, Грегор интересный, у него перспектив больше, чем у Милана. Это объективно. Свет. Да. Вроде бы новенькая ушла по собственному желанию. Может, обмен голосования? Навряд ли.
Вам Саша колечко подарил, да. Давай, Саша, вместе в эфир выйдете. Он не хочет, у него настроение нет колечко. Он сейчас ругаться будет, не хочу. Как дела у Вани с Крис? Все хорошо, слава богу. И ребят, все шикарно. Как вам Милана? Будьте просто не голосовать. Я с Миланой на... начинаю, наверное, с той недели сдружилась достаточно. Вот, если честно, я бы не хотела, чтобы она ушла. Потому что по мне интересно посмотреть на девочку, да? У нас полстраны именно такие, как Милана, среднестатистические. Не все там прям модели, да, тут типаж проекта такой в основном. Девчонки, худые, длинноногие, вот. Я думаю, было бы интересно. А там как получится. Адеев ненадолго так. Поднял руку один раз, будет повторять. Что нового мы обсуждали? У нас Саша, дальше Адеева. И еще мы обсуждали Тиграна и Юлю Белую. Милана очень умно, интересно было бы понаблюдать. Да. Спровоцировал как раз. Ой, Буля, осторожно. Они вместе? Нет. Я бы сказала, там даже все не очень хорошо. Но в любом случае, я думаю, что это не совсем законченная история. Правда, что Тигран за Линой начал ухаживать. Он сегодня вышел за ней на предвариловке. Кого завтра хотят из девчонок выгнать? Но коллектив настроен против Миланы. Как Юля и Тигран? Не очень хорошо расстались. Зачем сидеть на проект с тремя детьми? Просто что бабки получать, неинтересно. Никто не придет к тебе на проект. Домой. Ну, считай, как хочешь считать. Если тебе неинтересно, то зачем ты смотришь? Сдаюсь я этим вопросом. Неинтересно, иди ты к себе домой. А ко мне в эфиры заходить не надо. Так. Красивые реснички. Почему новенькая ушла? Если честно, она не очень активная какая-то была. Я не знаю, почему вообще коллектив проголосовал за нее, не за первую девочку. Я отсутствовала на этом голосовании. Вот. Но явно коллектив ошибся с выбором. И она, во-первых, скучная, ничего не хочет и очень маленькая. Очень интересно смотреть, когда отвечает на все вопросы. Спасибо за эфир. Да не за что, новенькая ушла блондинка. Никто не знает по собственному желанию. А кто провоцирует Адеева? Все. Позвали на свадьбу Ромашовых вас. Нет. Привет из Казахстана. Привет. А что у новенькой Аптоны? Не строится? Она ушла. Наоборот, интересно, что семья на проекте. Ты супер, спасибо. Что нового на поляне за сегодня? Тигран вышел на предвариловке за Алиной. Вот. Юля с Тиграном поставили окончательную точку. Юля сегодня заявила о том, что она хочет ребенка. От кого мне говорить нельзя? Это не Тигран. Так. И... Саша мне сегодня подарил колечко. Сказал, что мы начали жить с чистого листа. Что нового на поляне? Как у вас дела с Сашей? Не ругайтесь.
Можно сказать нет. Начали вечер с этого. Сколько вы вместе с Сашей? Шестой год, наверное, пошел уже. Новенькая сегодня сама ушла, да. Саша, устраивает тебе романтики? Но сегодня он мне устроил кое-что налогом. Какого числа у Ромашовых свадьба? Я уже не помню, 22 или 27-го. Как детки? С детками все нормально. Кстати, как Алина отреагировала? Алина поддержала это. Ну, Алина-то изначально к Тиграну пришла. Я вижу у них взаимную симпатию. Привет, Аня, Адей вместе? Да. Молодец, Саша, да. А Женя Юля хочет ляльку. Она вроде говорила уже об этом. Нет, не от Жени. Мне кажется, Алина тоже интересен Тигран. Однозначно, да. Это видно. Это видно. 25-го Ромашова свадьба. Ну да, я уже не помню. Белый нравится Адеев. Не замечала, мне кажется, навряд ли. Самое искреннее на проекте твое мнение, так понимаю. Ой. Тут, знаете, каждая пара, ну вот, по моему мнению, Клава не искренняя. Дальше, кто не искренний? У Антона, который были отношения, мне тоже показались неискренними. У Милана были отношения неискренние. Все остальные вроде, ну, правда. Привет из Нижнего Новгорода. Привет. От Вани Барсикова хочет. Нет. Еще интереснее. Пусть у Юли все наладится. Да. Тигран и Билла не вместе. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Клавы играет. Это видно. Да уж. Милан, что у вас там, какие дела? Я не пошла к Юльке, передай ей, я написала, что Саша не очень себя хорошо чувствует, поэтому я сегодня дома. У Клавы Гранта договорные, ну, мне кажется, неискренне. Неужели от Дубровского? Нет. Не, вы обалдеете, когда узнаете. Просто пока в интернете этой новости нет, мне нельзя сливать. Как только она появится, ну, вы сами все узнаете. Может, вам потом работницы скинут, не знаю. Но пока не было. Как дела у Кати и Артура? Наладилось все, слава богу, да. Они уехали в Сочи на 2 недели в отпуск. Снова сойдутся. Каждый божий день расстаются. Сходят с Юлей Тигран. Но там уже появилась Алина. Какая пара на проекте тебе симпатизирует? Ну, мне нравится. Вот как Белла с Тиграном смотрелись, да? А Ромашова мне нравится тоже, как визуально смотрится. Ваня с Кристиной. Вот так прям в нутро пары я и не вникала. А как Юля отреагировала на предвариловку? Она ведь хорошо общается с Алиной. Но Юля это задела. Юля обиделась, конечно же. А Белла теперь пить будет. Да я бы не сказала. Хорошо. Юрик сидит, играет на синтезаторе. Это хорошо. Кстати, Милана, они что, разговаривали с Тиграном или нет? А Гранту тоже не нравится Клава. Постоянно оскорбляет ее, чтобы не выгнали и удержится за нее. Ну, возможно. Вот Антона, наверное, красивый мальчик. Нет, нет Антона, вы обалдеете. Юля, к сожалению, не видит людей. Даже с Алиной хорошо общались. Дождь? В смысле не видит? Дождь. Там дела у Барси Кристины. Все хорошо. А он на проекте от кого хочет ребенка Белым? Я не могу сказать от кого. Вот, но это шок-новость. Насчет Барсиков с Кристиной все хорошо. Алина что говорит по поводу Тиграна? Ну, она говорит то, что раз она поддержала его предварёвку, значит, он ей точно симпатичен. А бизнеса нет. Детки с тобой на проекте, да. Завтра в домработнице скажет, может, да. Надеюсь, как дела Миша с Аленой? Решили свои недопонимания? Да, у ребят все хорошо. Они особо не ругаются, я вообще ни разу не видела. Наверное, от кого-то из ведущих. Все может быть. Так, у Алины, наверное, радость полная штаны. Ну, если честно,
Не знаю. Не сказала бы. Но у них явная взаимная симпатия есть, это 100%. Они теперь вместе. Алина Тигалина флиртует. Как думаешь, правильно ли выбрали Никиту новенького? Ну, если объективно смотреть, то да. Тут, понимаешь, тут мнение одного человека не учитывается. Тут учитывается полностью мнение коллектива. Как человек себя... Так, тихо. Как человек себя ведет в коллективе и так далее. Очеркасывает. У вас прекрасные девочки. Спасибо. От Ромашова. Хочешь крепко ребенка? Нет. От Влада или да? Не скажу. Белая не от кого не хочет. Может быть, отдава. Она могла закрыть. Думаю, отдава. Делаешь ногти. Я делаю. Ну, сама не делаю. По бартеру хожу, делаю. В Казахстане 2.27. Спокойной ночи, спокойной ночи. А да, в это точно. Осталось только грань. Всех перебрали. Кадони. Очень настоящая ты. Спасибо. Привет, Саратова. Приветик. Юлька смешная. Юлька офигенная. Только у Давы есть девушка. Ребят, вы узнаете все. Ну, уже намного ближе. А как волосы белые? Нравится? Да, только она хочет... Проситься, выходи. И чуть-чуть покороче сделать. Ночь, моя рыба. Ульяна, посоветуйте, пожалуйста, духи. Мне нравится, например, Кирки Императрицы. Я такой старолюб. Наркотик нравится. Вы, Саша, официально разведены? Да. А Тормашова, наверное. Нет. Скучно с таким составом. Массовый заход нужен на проекте. Ну, тут я бы, знаете, как сказала, но вот я считаю, что на проект нужны люди чуть постарше, но это мое личное мнение, чтобы не 19-летних девчонок заводили, а девчонок там 25-30 лет. Вот мне было бы за таким интересно понаблюдать, которые уже знают точно, чего они хотят. Как вам младший кушает? Все, хороший аппетит. А, да, кушает все, любит рыбку, любит все. Кушает, да, супер. С аппетитом проблем точно нет. Ой, а со сладким так вообще. Вот он. Сегодня поздно специально их укладываю, чтобы завтра поспать, потому что настолько недосыпа. Вот, и они сегодня, конечно, у нас перегуляли, сегодня еще такая погода. Вот, мы как сделали день выходной. Обычно я говорю, у меня часов в 10 он уже спит. Просто в 10 он засыпает, он очень рано встает. И приходится с ним вставать. Да он и сам пока не хочет. Чего такой красивый? Давай какой. Чего? Гусич. Ау. Ничего не осталось. Ау. Гулечка. Чего? Ну какой обезьянки. Мы садим вместе, да. Интиш. Вы без ресниц красотка. Спасибо. Ну тут просто все красится, а я не крашусь, но делаю реснички. Больше не планируете, малыша, но в ближайшее время нет. Где Саша? Саша моется. В бане. Мне нравятся такие искренние, как вы. Добрые. Отвечайте всегда. Вы лучшие. Спасибо. Мне тоже интересно с вами общаться, ребятки. Так.
чё? Еще чуть-чуть с вами посижу и пойду его укладывать, потому что, видите, не, он не шипит, а уже шипать. Какого числа день рождения у младшего? Сколько исполнится? 1 июля нам было 3 годика. Оп. Оп. Нравится на проекте, иногда очень скучно. Приветствую, берегите друг друга, спасибо. Где ваша дочка? Старше уже спать легла. Спасибо. Вы тоже берегите все себя. Как разговаривают хорошо. Ну, я скажу, у меня все детки примерно с 3 лет начинают болтать. До 3 лет как-то так. Такие они у меня все какие-то одинаковые. Но он говорит нормально. Не скажу, что прям супер. По-английски шпарит вообще обалденно. А так, что он, ну, может сказать там, мам, налей мне попи. Ну вот, не до конца слова. Но так, в принципе, много слов знает. Каким тональным пользуетесь? Не поверьте, я не крашусь вообще. А если крашусь, то только... Я сама, кстати, на визаж еще училась. Вот, у меня дома куча косметики. И у меня все профессиональная косметика. Но сама я не люблю краситься, я скажу так. Кого-то накрасить могу. Вот, а так... У меня есть с собой единственные из косметики. Там пару помад, румяна, тени. Ну так, чисто на всякие взяла. А единственное, что могу использовать, это, я не помню, от Oriflame, по-моему, мне знакомая подгоняла карандаш под глазками красишь, когда у тебя синички. Вот, это максимум, но я тут еще ни разу не красилась. Не люблю вообще, особенно летом. Вообще штукатурку не люблю. Да, поэтому иногда страшно синяками в эфирах. О, смеется. Это правда. Отпуск планируете? Да. Но где-то осенью. Нужно средства подсобрать. И я вообще люблю летать. Ой. Весной, перед летом и осенью. Ты с детками? Да. Безус и Барсика уже не конфликтуют? Тут вроде нет. А, да вы что, наоборот, вы самая красивая. Я в шоке, что у вас такая кожа без косметики. Если сейчас, то это фильтр. А если по эфирам, то да, я там вообще не накрашена. Спасибо. Приятно, когда люди говорят приятно. Завтра попробую все-таки с девчатами выйти в прямой эфир к вам. По эфирам ради вас смотрю Дом 2. Очень приятно, спасибо. Сколько миллилитров в губах? Прям вау. Сейчас приближу, чтобы без фильтра было. Вот, смотрите, это без фильтра. А верхний у меня 0,5 я делала год назад, но у меня свои губы были большие. Мне вот здесь в основном добавляли, чтобы раскрыть ее. А так нижняя своя полностью. Верхний, в принципе, видите, тоже ничего не осталось. Ну, чуть-чуть вот здесь. Вот здесь еще прям видно. Ну, совсем чуть-чуть. Так, начиная с нижней, заканчивая тембром голос. Очень красивая, спасибо. Очень приятно. Так, вас реально природно градил красотой. Зубы, волосы, кожа, фигура. Спасибо. Но я все дорабатывала.
Зубы, например, я с брекетами ходила. Недолго, но ходила. Да. Насчет фигуры, то тоже спорт, всегда спорт. Волосы, на самом деле, у меня очень жиденькие волосики. Постоянно выпадают, но красивые. Вот. Но я стараюсь ухаживать за собой. Уля, почему Адеев позволяет поднимать руку на девушку, гнать старого за периметра? Ну, понимаете, ребят, ну вот такое он. И Аня его такого приняла. Вы все по эфирам увидите. Даже, если честно, комментировать это не хочу. И дочка у вас красивая. Очень спасибо. Да, дочка у меня, правда, красотка. Куда бы очень хотели полететь? Ой, я уже давно в Доминикану хочу. Я была, в принципе, ну, в разных странах была. Ну, естественно, Турция, Тунис, Египет. На Кипре была, в Китае была. Где еще? Где-то еще была. Вот, а хочу теперь куда-нибудь, типа, Доминикана, Белый Песочек и так далее. У вас, Саши, трое детей. От Саши у меня только маленький. Все остальные от первого брака. Вы с Аней хорошо же общаетесь, да. С Анюткой хорошо. Макай. Да. С кем у Адеев конфликт сейчас? Ну, они с Борзиком друг друга постоянно цепляют, но Борзиков его больше. Вы, Саш, вместе, да. Да, мы вместе. Привет из Праги, дорогая Ульяна. Ты на самом деле такая красивая, или это фильтры? Приветик. Ну, конечно, фильтры тоже есть, но... Я надеюсь, не такая без фильтров страшненькая. Просто не люблю без фильтров. У меня, во-первых, синяки. У меня гемоглобин низкий из-за этого. У меня на постоянной основе две синячки бывают. Краситься я не люблю, поэтому живу... И настоящую смотрите меня в эфирах. Вот. У вас ведь дочка в школу ходит. Если вы в сентябре еще будете на проекте, с кем будет дочка? Да, дочка у меня ходит в школу. Насчет этого, если честно, я еще вообще не думала. Вот. И, в принципе, до сентября я тут не планировала оставаться. Но посмотрим, скажу так, посмотрим. Если будут какие-то там хорошие перспективы, да, то почему бы и нет? И уже отсюда и отталкиваться. Тут можно и перевести. Ну, много чего уже предлагали, накидывали. Так, Саша где? Саша моется в ванной. Походу читает книгу, потому что он там долго уже сидит. Он не хочет, короче, в прямой эфир заходить. Злой сегодня. Расскажите, чем ухаживаете за кожей лица? Честно, мало чем. Я натурально этими кремами пользуюсь, которые стая. Стая вот, что еще? Пенка для умывания. Вот, но если честно, я сейчас приближу. Вот, без фильтра. Вот видите, про синяки, о которых говорила. Вот. У меня сейчас нос весь осыпало. Ну, конечно, не сильно, но вот так. Привет из Беларуси, приветик, молодцы, я рад за вас. Красотка, спасибо. Саша, это младший, а Кирилл постарше, да. И Саша, можно лепить человека, попробуй еще раз, попробуйте еще раз. Вон там, мама. А, мама. Приветик, почему не поднимаете гемоглобин? Он у меня не усваивается. Если честно, вообще. Я и железо что только не делала. Ничего. Который от Саши ребенок с тобой сейчас, а который от первого брака, второй ребенок, он сейчас с Сашей. Нет, Саша уже сюда вернулся, мы сейчас со всеми детьми тут. Привет, Алис. Тебе приятно смотреть на эфирах и на прямом эфире. Спасибо.
Вы, Саш, классная пара. Видно, что вы искренняя пара. Будьте счастливы. Спасибо. Хорошо будет, если вам реально проект поможет Саша. Будет очень круто, и можно будет уходить. Удачи вам. Спасибо. А белая Юля здоровая или притворяется? Не, Юля адекватная, здоровая. Есть у нее, конечно, немножечко амплуа такое, но она хорошая девочка. Не парься, ты огонь, спасибо. Саша, детей от первого брака любит одинаково или своего больше? Ну, будьте объективны, честны, конечно, да, к своему у него отношение другое, но он еще и маленький, допустим, когда он там сильно на него злится, он его ругает. Вот, но так как маленький, он к нему и так как к своему относится, ну, получше. Но я над этим работаю. Алина с Тиграном нет еще. Почему Тигран ушел к Алине? Он пока никуда не уходил, он просто вышел на предвариловки. Какие у вас страхи, смотря на вас, никакие? Спасибо. Да нет, на самом деле, страхи прям таких жестких каких-то, наверное, страхи только за детей, но я не параноик. Но слабые какие-то качества там в характере, это у меня есть. Например, я не люблю критику в свой адрес. Не люблю прям сильно. Дальше. Если не уважаю человека, то я, в принципе, наверное, слушать его не буду. Как-то так. У вас есть близкие подруги? Ну, есть парочку, но вот прям все равно, прям близкие-близкие. Ну, одна точно есть. А дочь с сыном Сашу называет папой? Нет, у них же есть свой папа, они называют его Саша. Да, что нового на поляне? Да. Ой, сегодня интересный эфир был. Ой. Особенно лобная. Вот. Поэтому узнаете все в эфирах. Что нового на поляне? Ответила, первый муж кем работает? Тату-мастером. Тигран с Юлей расстались. Тигран вышел на предварилке за Алиной. Что еще из нового? Мы с Сашей помирились. Вот Саша мне подарил красивое колечко. И вот букет вот таких огроменных цветов. Почему решила пойти на Дом-2? Если честно, это так скоро произошло. Я особо даже не решала. Мне до этого писали, предлагали. Вот. Но я никогда не относилась к этому всерьез. Один раз я просто в ответ отправила анкету, и мне сказали, все, приезжайте, мы вас взяли. Я такая, да ладно. Как считаете, на проект можно найти друзей? Если честно, думаю, что да, но тут очень много фальшивых людей. Вот, тут главное не ошибиться. Где в комнате находятся камеры? Так, смотрите. Вот одна камера, получается, вот она, вот кроватка, а вот камера. Дальше. Вторая камера находится вот. Блин, Буся! Вторая камера находится вот. И третья камера находится вот. Как-то так. Какая красота. Спасибо. А ночью камеры снимают вас? Да. Желаю, чтобы тебя так всегда баловали. Спасибо. Я тоже. Желаю. Да я выругаться уже, если честно, прям. Дети привыкли к камерам или они не понимают? Да и вообще все равно детям на эти камеры. Да и вы сами очень быстро к этому привыкаете. Ну, камеры, и бог с ними. Привыкаешь? Конечно, иногда замечают, мне там многие пишут, ты постоянно палишь в камеру, да, потому что тут есть прямой поток, да, ты прям в прямом
эфире, грубо говоря. А есть обычная там съемка. Вот ты попаливаешь, если ты там в прямом эфире, значит, ты там ну, более серьезная. А как вы впятером спите, где? А, тут вообще ха-ха насчет этого. На кровати сплю я с мелким. Дети спят на диване. А Саша где только не спит. Вот. Иногда со мной ложится на кровать. Мы тут умещаемся, но тесновато. Пытаемся этот вопрос сейчас решить. Может быть, еще одну кровать сюда притащим. Расскажите про ваш распорядок дня. Смотрите, мы встаем в 11, включает свет у нас, и нас начинают поднимать. После этого мы все встаем, собираемся, одеваемся, умываемся, завтракаем. Вот, потом стройка теты. Дальше может быть какой-то конкурс или предвариловка, или еще что-нибудь. Вот, потом свободное время, опять же все общаются, тыры-пыры, восемь-тыры. И потом опять, значит, лобное. После лобного тоже какой-то конкурс и усим. Что там у Крисы и Насти? Показывали анонс назад, что у Крис есть компромат какой-то. Ребята, это недельной давности было, я даже уже не помню. А еще недельной давности я мало ходила на лобное. Если честно, не помню, не буду врать. От кого колечко? От Саши. Наверное, фуи. Так. Вау! Устаешь сильно? Ну, честно, устаю. Ой, с детьми тяжело и в жизни коллектива, и в своей жизни. Вот, ну, так. Временами, по-всякому. Все зависит от настроя и от состояния. Мама, куда? Ням-ням. Ну, прям сказали. Прям устаешь, и я резко устала. Да. А почему вы редко ходите на лобное? Ну, я же с детьми была, и моих тем не было. Как приехал Саша, так каждый день хожу на лобное. Так, няню планируете? Да, мы планируем, ждем одобрения. Вы младшего ругаете или как? Ругаем, конечно, но так как он маленький, не очень часто. И он сейчас, у него возраст такой, он очень сильно манипулировать начал своими слезами. Прям жутко орёт всегда. Тяжело, тяжело. Кто любимый ведущий? Не знаю, мне нравится и Черкас, и туда нравится, и Кадон по-своему нравится. Да. У тебя есть машина, что за марка? Хавал FX7. Очень красиво, спасибо, Ажечка, мне спать наконец-то. Наконец-то пришел мой сладкий. Зачем вы... Вам фильтры, вы без фильтров. Такая красавица по эфирам, просто прелесть. Спасибо большое. Фильтры, потому что к вечеру уже истасканная, устаешь. Вот, и хочется перед вами выглядеть чуть-чуть покрасивее. Такая красотка. Я прям вами восхищаюсь. Ой, девочки, спасибо вам за комплименты. А у тебя своя квартира есть? Да, есть. Папа, вот он, ой, в трусиках. В трусиках. Ты в трусиках. А кто пусть? В трусиках. Да, какао. Что, спать? Какао. Сам ты кака. Кака. Сам ты кака. Все кака. Сам кака. Сам кака. Сам ты кака. Сам кака. Ты же папа кака. Сам кака. Сам кака. Сам лучший из всех. Бесспорно. Кстати, прикольная такая прическа будет, если вот так волосы выпустить. Что у тебя за бизнес? Расскажи. Ну, у меня индустрия красоты, две небольшие студии, маникюры. Так болтает хорошо. Сколько сыну? 3 годика. Нормально болтает. Вы кормите... А, вы кормили грудью детей? Да.
Я вот этого кормила очень долго. Пару месяцев назад так бросили. Он у меня долгий. Очень долгий. Аня Садеева, да. Откуда у вас столько спокойствия с тремя детьми? Ой, я вообще, кстати, неспокойна. Ну, находишь в себе все равно как-то, отвлекаешься, еще что-то. Ну, к вечеру, конечно, Когда Саша сюда хотя бы приехала, нам было легче. Да сам как, понял уже. Поняла, говорю. Сам кака. Где Саня? Вон там. Вон Саня. Там. Ванна еще. Он ждет, пока из прямого эфира. Да? Что там с ним Кучуками? Они помирились, отдыхают. Тигран с Юлькой нет, расстались. Что у Тигран с Юлей? Расстались, ага. А Дев не контролирует тебя вообще очень волками. Ее выбор. С кем из девчонок на дом два хорошо общаешься? С Аней, с Юлей, не знаю. Да со всеми по чуть-чуть. Ну вот с Белой в последнее время больше всех мы общаемся. Ну, как-то так. Ау, боли. Алина опять одна. Стой. Кадна. В понедельник приход новых парней. Вы же не забыли? Может, кто-нибудь кого-нибудь к ней приведут. А Крис, хорошо относишься? Да, кстати, мы с Крис хорошо начали общаться. Мы прям с ней в последнее время начали общаться, поэтому. Я узнала то, что Кристина тоже очень глубокая девушка. Вот просто из-за того, что она постоянно в отношениях, и у нее нет много свободного времени. Куда маленькая Юля делась? Пропустила время голосования, да, их пару выгнали. А Грегор не зашел никому. Кто претендент на голосование? Ну, у нас и женское будет голосование. Пока что Миланка. Сколько татуировок, сколько лет, во сколько лет набил первую? Татуха у меня 3. Первую я набила. Я набила лет, наверное, в 20 или в 19. 20, по-моему. Это была татуха на ноге. Вот это. Папа, вы чё ко мне не ложитесь? В прямом эфире. И что? Буду твое плечо снимать. Ни хрена, у меня голову пролезла, какой прямой эфир, ты о чём вообще? Ну тебе же не надо будет говорить, что ты там сидишь, что со мной рядом будешь я сидеть. Я хотя бы машину новую выберу. Тут вопрос задали, а Кутуз барыжи до сих пор? Да. Только теперь души напиши тогда. Души. Дос Сантос Аверо. Так, какой вес у тебя, если не секрет? 55 кило. Кстати, сегодня утром было 53, похудела. Так, у меня тоже 3 деток, но бывает прям иногда взрывает, ругаешься на деток, потом сожалеешь. А вы прям всегда себя в руках держите, тоже так хочется, пока не получается. Ой, на самом деле, не всегда. Тоже бывает срываюсь на деток, но в большей степени стараюсь себя, воспитывать, потому что срываться на детях нельзя. Вот, но не ругаться не получается. Я больше, наверное, строгая мама, нежели, добрая. Как вам фильм, режим
Почти все спят. Одного осталось уловить. Маленького самого. Ульяна, ты огонь, посыбу. А что? Я такие комментарии читать не буду. Так, а где ты до проекта жила? В Рязани. Толк смотреть, уж глаза закроет, вернись. Клава с Артемом, да. Заблокирую. А на чем спят дети? Покажешь на раскладном диване. Вот, вон он. Диван раскладывается, он получается даже больше, чем кровать. С кем сейчас Грегор? Ни с кем. Хотя, кстати, хорош пацан. Жалко, если он уйдет. И мне казалось бы, они с Алиной рядом хорошо посмотрелись. Ну чего, мои дорогие ребятки, давайте прощаться. Завтра попробую два разика зайти в эфир днем и вечером. Вечером также часов в 11 зайду. Вот, а днем постараюсь пораньше. Не знаю, во сколько, как получится. Тут потому что телефон под запретом. Вы собираетесь уходить? Ну, именно сейчас, на данный момент пока нет. Сладких, всего, спокойной ночки. Спокойной ночки. Всем. Такие все милые. Сегодня даже почти плохих не было, да? Комментариев, да? А то обычно заходишь, кто-нибудь там такое не любит это, если честно. Ну, справляемся. Все, ребятки, давайте. Всем сладких снов.